В Стамбуле семья Буран вступает в новую жизнь. Это начало новой жизни как для всей семьи, так и для Ульфет. Фарук начинает новую работу рядом со своим другом Аканом и сталкивается с проблемой быть просто обычным сотрудником. Сюрея соскучилась по своей подруге Диларе, но их воссоединение вернет семью Буран неприятностям из-за присутствия Ульфет. И Пек начинает испытывать тоску по своей старой жизни в районе Нишаташи. Импульсивное поведение Эсмы заставит ее провалиться под землю перед Ульфет, в то время как Фикрет ищет способы борьбы с гневом Адема. Он тоже не сидит сложа руки после разговора с Ульфет. Адем делает шаг, чтобы поставить Фарука Барана в трудное положение. А насладиться очередной, а именно 56-й серии турецкого сериала «Стамбульская невеста» на русском языке вы сможете уже 5 октября. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.